Донская афиша. Здравствуйте! Куда пойти, что послушать, что посмотреть, в чем поучаствовать? Расскажу вам я, Наталья Тарасова. 3 июля, пятница. Любите ли вы театр? Вы просто не умеете в него ходить. Чтобы понять театр, надо ходить туда ночью и через черный ход. Ростовский молодежный под занавес своего юбилейного 85-го сезона приглашает зрителей не на спектакль, а на экскурсию за сцену. Сколько грима уходит на актера в год, сколько потов с него сходит и где хранятся декорации, и как произнести свою роль, чтобы ее услышали на последних рядах. Ответы на эти и другие вопросы ищите в молодежном театре. Начало экскурсий в 8:00, 9:00, 10:00 и 11:00 вечера. 5 молодых ростовских художниц. Их объединяет один город, одно время, одни университеты. На их полотнах узнаваемые городские и деревенские пейзажи, цветы и травы, мужские и женские лица. И все-таки они очень разные. Разные. Так называется выставка, которая накануне открылась в Ростовском областном художественном музее. 4 июля, суббота. Вы еще не умеете плести браслеты из резиночек? На фестивале декоративно-прикладного творчества «Июльская жара» вас научат не только этому. Роспись пряников, выпечка хлеба на закваске, изготовление цветов из вспененных полимеров. 3 дня безудержного рукоделия пройдут на площадке у главного дома культуры в Таганроге. Открытие фестиваля в 5:00. А в Багаевке предлагают мастер-классы другого плана. Здесь будут солить огурцы. Огурец вообще станет героем дня. Обещают спортивные и поэтические состязания на огуречную тематику, фотографирование с огурцами-персонажами и соответствующий аквагрим. Кто хочет почувствовать себя зеленым овощем или просто выгодно закупиться, тех ждут в Багаевке. Ярмарка начнется в 8 утра. Прыгнуть через костер, поймать за хвост русалку и попробовать отыскать цветок папоротника предлагают организаторы Дня Ивана Купала, который пройдет в Мухиной балке под Аксаем. Плести венки и водить хороводы начнут в 8 вечера, искать несуществующие цветы в 11. 5 июля, воскресенье. Спуститься в дореволюционную шахту-мышеловку можно в единственном на Дону музее, посвященном горному делу. Этот спуск, как и катание на козе-вагонетке, будет скорее воображаемым, чем реальным. Зато в музее много необычных экспонатов. Например, лампа-бахмутка, которая больше коптит, чем светит, и называется еще «Бог-помощь». Кроме того, здесь стоит угольный Ленин, метровая скульптура вождя пролетариата, сделанная из цельного куска антрацита. Музей шахтерского труда имени Микулина находится в городе Гуково. Самыми интересными культурными событиями этих выходных знакомила вас я, Наталья Тарасова. До встречи в понедельник.